Всем добрый вечер. Вот еще машинки появились. Сейчас покажу. Fiat 500. Так. Он стоит 3000 евро. 2009 год. Вот. Пробег у него 240. Так, чуть-чуть обошел. Все, что я нашел. Это вот задний бампер. Чуть-чуть коцнули. И где-то я видел крыло или дверь. А, вон на дверке. Такая незначительная, но такая вмятинка. Ну, дальше, конечно, там сильно ее не обсматривал. Так, завел. Сейчас посмотрим. Ухоженная машинка, все чистенькое. А, кстати, вот еще и Туран будет. Потом, ну еще не знаю, с Тураном посмотрю. На продажу, на разборочку. Ну вот. Все работает. Да, посмотрим под капотом. Ну, 1.2. Кондиционер. Ну, информацию выставлю в комментариях под видео. Если вы это смотрите на YouTube, то оставлю ссылку в группу на Фейсбуке. Так что, кому интересна такая тема, переходите. Я туда почаще машинки выкладываю. Ну и Туран будет завтра, наверное, не знаю, посмотрю. Семиместка. Что за информация у него, я уже не помню. 2005 год. 1.9, дизель. Ну, 400 пробега у него, много. Ну и цена будет тоже хорошая, значит. Механика. Ну, а если кому интересно Fiat, звоните мне, пишите. Смогу выйти на видеочат, посмотрим поподробнее эту машинку. Все, всем спасибо, пока.